Добрый день! Меня зовут Гиндалтас Наглис. Я буду модератором этого вебинара. Очень радно приветствовать вас на мультидисциплинарный и политематический вебинар «Последние достижения в нейрохирургии и радиохирургии». Сегодня вы посещаете встречу с тремя профессионалами в области медицинской физики и нейрохирургии. Эти семинары с бесплатным доступом разработаны благодаря поддержке BrainLab. А я хочу сообщить, что у вас есть возможность задать несколько вопросов докторам в нашем чате на вашем экране. Каждый доктор ответит на ваши вопросы после их выступления. Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте им вопросы. И также эти вебинары будут записаны в образовательных целях. Итак, начинаем с доктором Дианой Грищук. Диана Грищук – медицинский физик, ведущий физик в Национальном госпитале нейрологии и нейрохирургии в Лондоне, приглашенный лектор в Университетском колледже Лондона. И, пожалуйста, доктор Диана, ваша презентация. Да, добрый день. Сейчас, секунду. Добрый день, меня зовут Диана Грищук, и я ведущий медицинский физик в Национальном госпитале нейрологии и нейрохирургии города Лондона. И сегодня я хотела бы представить мою презентацию опыта клинического использования системы дозиметрического планирования Elements компании BrainLab. Для начала я хотела бы сказать несколько слов о нашем госпитале. Наш госпиталь расположен в центре Лондона, и на слайде вы можете видеть фотографию его. Это один из старейших госпиталей в Лондоне. Он был построен еще в 19 веке. И одна из примечательных вещей об этом госпитале — здесь работал ведущий английский нейрохирург Виктор Хорсли. И именно он создал первый прототип стереотоксической рамки, который в дальнейшем взял за основу Ларс Лексель для своей рамки для гамма-ножа, и сейчас она используется по всему миру для стереотоксического лечения пациентов. Но для начала я начну с небольшой предыстории, и я хочу заметить, что вся эта работа была проведена в другом госпитале, где я работала до недавнего времени. Это Charing Cross Hospital, также расположенный в городе Лондон. Немного об этом госпитале. Стереотоксическое лечение метастазов головного мозга там проводилось уже начиная с 2010 года на ускорителе C-серии Varian Clinic с использованием конусов. Все планирование проводилось в системе iPlan фирмы BrainLab. Мы позиционировали пациентов с помощью пластиковой маски. Укладка производилась при помощи локализационной рамки, на которую были нанесены положения изоцентров, и в дальнейшем проводилась проверка положения пациента с помощью комбим-сети при нулевом угле поворота стола. Проверка проводилась, как правило, один раз и повторялась только при значительном движении пациента или если производилась перепозиция маски, например, если пациенту нужен был небольшой перерыв или происходили какие-то затруднения с ускорителем. На тот момент не было достаточно свидетельств об эффективности радиотоксического лечения метастазов головного мозга больше, чем трех, поэтому мы максимально лечили до 3-4 метастазов. Если пациент приходил с большим количеством метастазов, мы либо отправляли его лечиться на гамма-ноже, либо проводилось облучение всего объема головного мозга. И несмотря на такое небольшое количество мишеней, время лечения могло занимать до 1,5 часов. Но, несмотря на все трудности, за 8 лет у нас было пролечено более 150 пациентов. И вот в 2018 году мы получили грант на обновление оборудования. Было приобретено два ускорителя фирмы Varian, модели TrueBeam, оснащенные HD-лепестками, а также система визуализации положения пациента ExactTrack фирмы BrainLab. И в дополнение была приобретена новая на тот момент планирующая система Elements, тоже фирмы BrainLab. И для введения всего оборудования в эксплуатацию мы создали специальную рабочую группу, которая состояла из врачей, медицинских физиков и радиотерапевтов. Какие же были цели у этой группы? Мы хотели создать такой рабочий процесс, который бы соответствовал критериям на тот момент Национальной системы здравоохранения для лечения, стереотоксического лечения метастазов головного мозга.
И самым первым критерием было то, что с момента принятия решения о том, что пациент будет получать стереотоксическое лечение, до на заседании мультидисциплинарной команды, до момента начала самого лечения должно было проходить не более 14 дней. То есть весь процесс должен занимать 14 дней. Следующее, нам нужно было обязательно оптимизировать время лечения, потому что ускорители были очень заняты, и мы не могли себе позволить лечить по полтора часа несколько пациентов в день. И также в связи с ограничением количества персонала мы хотели, чтобы во время лечения минимальное количество персонала находилось на самом ускорителе. И третьим, самым главным критерием было то, что на тот момент уже было довольно-таки много свидетельств об эффективности стереотоксического лечения по сравнению с облучением всего объема головного мозга. И новые рекомендации системы здравоохранения Великобритании говорили о том, что мы больше не ограничиваем количество метастазов, которые мы лечим стереотоксически, а ограничиваем их суммарный объем. То есть до тех пор, пока суммарный объем всех метастазов не превышает 20 кубических сантиметров, мы можем лечить их стереотоксически. И вот по результатам работы этой группы был создан специальный рабочий процесс, который бы весь проходил через планирующую систему Elements. Начинался он с создания пластиковой маски для фиксации пациента на ускорителе, и эта маска должна была быть совместима с системой ExactTrack. Дальше проводилось сканирование пациента на КТ и МРТ, и здесь у нас начинались первые трудности. К сожалению, отделение лучевой терапии не владеет своим аппаратом МРТ, поэтому нам приходилось использовать МРТ-аппарат в диагностическом отделении, и диагностическое отделение у нас перегружено, поэтому нам приходилось бороться за каждый дополнительный слот. И, к сожалению, если на МРТ-снимке после сканирования обнаружились какие-то артефакты или, что еще хуже, географическое искажение МРТ-снимка, нам приходилось с борьбой добиваться пересканирования пациента. И здесь нам на помощь пришла система Elements. Компания BrainLab добавила новый модуль, который позволяет совмещать КТ и МРТ-снимки, и после этого происходит деформация МРТ-снимка на основании информации о положении анатомических структур с КТ-снимка. И таким образом нивелируется географическое искажение МРТ-изображения. Такую процедуру или проверку нужно обязательно делать, особенно если есть небольшие метастазы, потому что если географическое искажение будет как раз в области расположения этих метастазов, то, возможно, облучение здоровых тканей головного мозга и пропуск метастазов во время облучения. После того, как пациенты сканируются на КТ и МРТ, происходит оконтуривание критических структур. В Elements это происходит автоматически с дальнейшей небольшой корректировкой контуров со стороны врача. Также доктора оконтуривают метастазы и обязательно оконтурится весь головной мозг для дальнейшего расчета таких важных показателей, как объем здорового головного мозга, получающий 12 и 10 крей, потому что у нас есть специальные ограничения для этого. Если лечение производится в одну фракцию, то мы стараемся планировать так, чтобы объем 12 грей не превышал 10 кубических сантиметров и объем 10 грей не превышал 12,6 кубических сантиметров. Также, если пациент лечится фракционированно, то есть 3 или 5 фракций, то мы проверяем объем, который получает 18 грей. После этого, после оконтуривания пациента врачом, мы создаем контуры PTV. Как правило, отступ на PTV мы используем 1 мм. Это связано с тем, что, к сожалению, как правило, между самим снимком МРТ и началом лечения у нас проходит минимум 1 неделя. Есть свидетельства из литературы о том, что за неделю объем самого метастаза может увеличиться. Именно поэтому мы сознательно используем немножко больше отступ, чем мы могли бы себе позволить, чтобы учесть возможное увеличение объема метастаза.
Если же мы знаем, что после сканирования на МРТ до начала лечения пройдет всего несколько дней, то мы используем 0,5 миллиметра отступ, потому что с системой ExactTrack мы можем укладывать пациентов с такой точностью. Если производится облучение хирургической полости, то мы, как правило, используем суммарно 2 мм отступ, 1 мм на CTV и 1 мм на PTV. После планирования врачом проводится оценка плана и используются такие параметры, как оценка комфортности плана. В системе Elements используется Inverse Body Conformity Index, который должен быть меньше, чем 1,15. Используется градиент дозы, и мы всегда проверяем, что максимум дозы, он меньше 140% и расположен в объеме GTV. Следующий этап у нас — это планирование, и как раз именно из-за планирования мы приобрели систему Elements. У нас было очень долгое обсуждение о том, как же мы планируем лечить наших пациентов, как будет происходить планирование. Есть несколько вариантов планирования. Первое — это прямое планирование, которое использовалось до этого в системе iPlan. И, к сожалению, зачастую планы были довольно-таки сложные. Это занимало много времени, даже иногда до нескольких дней. Использовались различные изоцентры, различные размеры конусов. И планирование было достаточно комплексным. Мы считали, что даже при наличии многолепесткового коллиматора прямое планирование будет представлять сложности и будет слишком много параметров, которые нужно будет контролировать. Именно поэтому мы отказались от прямого планирования. Следующим вопросом было, как мы будем планировать, с использованием одного изоцентра или нескольких изоцентров. Если вы планируете с несколькими изоцентрами, то это позволяет вам создать более комфортный план для каждой мишени, но при этом происходит отдельное планирование каждую мишень, и после суммации плана тяжело предсказать, какое будет влияние на изодозное распределение одной мишени от плана от другой мишени, поэтому вам приходится постоянно возвращаться назад и корректировать свои параметры планирования для предыдущей мишени, то есть это фактически такой итерационный процесс, ой, абсолютно неинтуитивный, и к тому же время лечения увеличивается с добавлением каждого нового изоцентра. Если вы используете один изоцентр, то план у вас будет не такой комфортный, но планирование будет намного проще, хотя вам все еще необходимо вручную оптимизировать такие параметры, как угол поворота коллиматора, стола или длину арки. Необходимо уделять особое внимание движению MLC между мишенями во время поворота гантри для разных углов поворота стола, чтобы минимизировать дозу на здоровый мозг. И время лечения при этом будет намного меньше. И третий параметр был, что нас очень беспокоило, это то, что на тот момент результаты планирования очень сильно зависели от опыта планировщика. То есть это как, когда мы готовим, все люди могут иметь одинаковое количество ингредиентов и одинаковые рецепты, но если вы просто любитель или домохозяйка, или вы шеф-повар, результат вашей готовки будет разный. Точно так же с планированием. Чем больше у вас опыта, тем лучшие планы вы создаете. И мы не хотели приводить к таким компромиссам для лечения наших пациентов. Именно поэтому выбрали систему Elements, потому что она основана на инверсном планировании, и там есть такие инструменты, которые позволяют за минимальное количество времени спланировать оптимальный план. Есть два сета протоколов. Первый сет протоколов — это ваши предписания, то есть это клинические протоколы, где вы указываете, как вы собираетесь облучать мишень, например, 24 грея за одну фракцию или 27 грея за три фракции. И вторая группа протокола представляет собой геометрические параметры пучков, которыми вы будете облучать ваши мишени. Группой опытных планировщиков было разработано 9 геометрических протоколов, которые вы можете увидеть на снимке. Это типа варианты арок, которые мы используем в ежедневном лечении наших пациентов. После того, как план создан, мы производим контроль качества плана. Для этого мы делаем это в два этапа. Первый этап состоится в четырех
мерном измерении в Phantomi Octavius 4D с использованием BTW-SRS-1000 матрицей. Мы не используем фактически клинический план, потому что нам приходится обнулять все углы поворота стола. Положение фантома проверяется с помощью CombiMCT. План облучается на фантом, происходит реконструкция в 3D, и после этого мы сравниваем измеренный план с рассчитанным планом из Elements и производим гамма-анализ в PTW VeriSoft Software. Параметры гамма-анализа у нас следующие: 2 мм 3% для локальной дозы и 1 мм 5% для глобальной дозы. И это должно быть больше 95%. После того, как мы успешно провели контроль качества для 3D, мы используем еще измерения в точке, которые проводятся в Solid Water Phantom с использованием микрокамеры фирмы IBA. Камера расположена в области с наименьшим градиентом внутри мишени, и мы используем фактически лечебный план. То есть облучение происходит с поворотом стола, при этом при каждом повороте стола мы контролируем положение камеры с помощью ExactTrack и при необходимости корректируем. Толерантный уровень для таких измерений 5%. Какие же у нас промежуточные результаты нашего проекта? С тех пор, как мы ввели это в клиническую эксплуатацию, все планирование осуществляется в планирующей системе Elements с использованием готовых протоколов. С момента введения в эксплуатацию новые протоколы не понадобились. Количество пациентов у нас увеличилось до 3-4 недель. Количество одновременно пролеченных метастазов от 1 до 10 с наименьшим размером 5 мм в диаметре. Если у пациента метастазы меньше по размеру, либо их больше, чем 10, как правило, мы отправляем их лечиться на гамма-ноже, потому что план на гамма-ноже будет более оптимален для таких ситуаций. Планирование простых клинических случаев занимает 15-20 минут, и время на лечение варьируется от 25 минут до 50 минут в зависимости от количества углов поворота стола. Существует такое мнение, что пресеты, протоколы, они хороши только для легких случаев. Если у вас сложный клинический случай, то вам придется все равно планировать вручную или вручную оптимизировать параметры. Я хотела бы показать вам один из планов, который планировала я сама. Это была гемангиобластома, и, как вы видите на картинке, опухоль сосредоточилась вокруг правого оптического нерва и хиазмы. И планирование затруднялось тем, что данный пациент уже инвалид, он в инвалидном кресле, у него есть проблемы со слухом, и последнее, что мы хотели бы его лишить, это зрение. Поэтому врач предписал 25 грей за 5 фракций, при этом он ограничил дозы на хиазму, правый оптический тракт и левый оптический нерв 25 греями, решив пожертвовать левым оптическим нервом. План вы можете увидеть на картинке, то есть нам удалось соответствовать всем вот этим параметрам. Конечно, изначально мы понимали, что в зонах, которые... в зонах PTV, которые соседствуют хиазме и оптическому нерву, не будет возможности подвести 25 грей, поэтому мы создали дополнительную структуру, которая заключала в себя PTV минус хиазма с отступом 1 мм. И наша клиническая задача была облучить именно эту структуру 25 греями и весь PTV облучить 22 греями. На картинке вы можете увидеть таблицу DVH, то есть нам удалось сохранить все критические структуры ниже 25 грей, при этом 99% самого целого PTV получало 22 грея, и 95% GTV по кругу хиазмы получило 25 грей. Сейчас я работаю уже в новом госпитале, мы являемся одним из крупнейших нейрохирургических госпиталей в стране и проводим много операций. Кроме этого, у нас в госпитале расположен гамма-нож. У нас есть продукты фирмы BrainLab в операционных, и сейчас мы рассматриваем возможность использования системы BrainLab для контуринга наших пациентов на гамма-нож. Особенно нас интересует возможность оконтуривания аденовенозных мальформаций,
на системе BrainLab, потому что, к сожалению, в гамма-плане мы можем использовать только несколько проекций после ангиографии, которую выбирает диагноз как самое оптимальное. В системе BrainLab мы можем загрузить все снимки с ангиографии. К тому же нам не нужно производить ангиографию в стереотоксической рамке. Пациент может провести это исследование заранее, до дня лечения, и мы можем загрузить все снимки в систему BrainLab. Также в системе есть очень много, большое количество удобных инструментов для контуривания. АВМ, например, Smart Brush для АВМ, которое должно ускорить нашу работу и оптимизировать наш рабочий процесс. В конце я хотела бы поблагодарить своих коллег Марка Чанга и Джонатана Нельсона за предоставленные слайды, а также Тару Чанин из компании BrainLab. И на фотографии вы можете увидеть плакат, который... Такие плакаты сейчас висят у нас по всему городу. Именно таким образом жители страны выражают свою благодарность всем медицинским работникам за работу во время пандемии, и я думаю, это с равной степени относится к медицинским работникам во всем мире. Спасибо большое за внимание. Так, очень вам спасибо за презентацию, и теперь я хотел бы задать вам несколько вопросов от участников. Да, конечно. Вопрос. А какие максимальные размеры метастаза есть? Максимальные. Мы на ускорителе, если вы спрашиваете про ускоритель, больше 3 сантиметра в диаметре, как правило, не облучаем. Если больше 3 сантиметра в диаметре, пациент будет лечиться на гамма-ноже. На гамма-ноже у нас есть специальная процедура, как мы лечим больше метастазы, это называется, это не фракционирование, это то, что мы называем stage лечение, то есть большие метастазы лечатся 3 раза с разницей в 2 недели между облучениями по 10 грей. То есть мы подводим 30 грей за 3 раза с расстоянием 2 недели между облучениями. Спасибо вам. Так, и продолжим вебинар. Сегодня с удовольствием представляю доктору Константину Костюк. Константин Костюк – заведующий отделением функциональной нейрохирургии и нейромодуляции Институт нейрохирургии имени Ромоданова, Украина. Доктор Константин, ваша презентация, пожалуйста. Прежде всего, я благодарю за возможность организаторов конференции этого вебинара за возможность выступить со своей презентацией и поделиться своим опытом лечения стереотоксических вмешательств, которые проводятся в нашем отделении. Наша клиника – отделение одной из первых в Советском Союзе, которое было открыто, которое было сфокусировано, работа которого была на стереотоксической функциональной нейрохирургии. И этому я посвятил как бы свой доклад. Так, почему оно так? На сегодняшний день стереотоксическая нейрохирургия можно условно разделить на 2 основных направления. Это стереотоксические диагностические процедуры, которые включают прежде всего стереотоксическая биопсия очагов различного генеза головного мозга. И функциональная нейрохирургия, к которым относится хирургическое лечение двигательных расстройств, это болезнь Паркинсона, тремора, дистонии и некоторых других. Также хирургическое лечение эпилепсии, болевого синдрома и некоторых видов психических расстройств. Вначале я несколько слов расскажу по поводу стереотоксической биопсии. В принципе, на сегодняшний день актуальной остается этой тематике в нейрохирургии, этого направления, поскольку современные технологии, то, что было до моего доклада показано, и потом будет профессор Андрей Владимирович Голованов рассказывать, что современные методики позволяют использовать не только малоинвазивные, но практически неинвазивные методы лечения, влияния на головной мозг. И в комплексе с лучевой терапией, радиохирургией,
иммунотерапия, генная терапия. Поэтому верификация гистологического диагноза остается достаточно важным элементом в лечении таких пациентов. И несмотря на развитие современных технологий и нейровизуализационной техники, все-таки однозначно практически невозможно установить четко 100% гистологический диагноз. И это обуславливает необходимость проведения биопсии. Также обуславливает их проведение то, что полученная ткань дает возможность к проведению специфических уже таких иммуногистохимических, молекулярных и генетических исследований, которые нам могут способствовать повышению эффективности лечения. Таким образом, биопсии, показания к ее проведению – это расположение в глубинных и функционально важных участках мозга, когда риски открытой микрохирургической резекции новообразования достаточно высокие, и мы заведомо понимаем, что можем значительно ухудшить качество жизни пациентов. С другой стороны, не следует забывать, что определенные виды поражения головного мозга, такие как герминома, лимфома, инфекционные поражения некоторые, их возможно лечить не хирургическим путем, они хорошо эффективно лечатся. И третий компонент – это наличие кистозного компонента, который можно безопасно, мини-инвазивно, стереотоксическим способом эвакуировать и облегчить состояние больного. Ну, продолжается дискуссия, стереотоксическая или безрамочная биопсия. По большому счету, они обе эффективны этого метода. И, скорее всего, это зависит от истории, от того опыта, которым отделение, кто с каким методом работает. Но, тем не менее, все-таки показано, что при определенных глубинных поражениях головного мозга, особенно пениальной области, задней черепной ямы, стереотоксическая биопсия является все-таки более безопасной в сравнении с безрамочной нейронавигацией. У нас опыт достаточно большой, проведено больше 1000 стереотоксических этих диагностических процедур. Вы видите, что подавляющее большинство больных – это пациенты с 18 до 60 лет, это такого зрелого возраста рабочие. Большинство из них имели локализацию супратентериальную, и на слайде видно по степени расположения. Преобладала, в принципе, глубинная локализация очагов. В то же время как диффузное поражение и функционально важные зоны плюс множественное поражение занимало вторую половину наших пациентов. Я не буду останавливаться на специфике биопсии и метода проведения, просто остановлюсь на двух моментах, которые я считаю более важными. Это стереотоксическая аспирация внутримозговых абсцессов, которая достаточно эффективна, хорошо поддается лечению, и биопсия задней черепной ямы ствола мозга, парастволовой локализации, которая тоже при определенных показаниях можно их проводить с достаточно большой информативностью и безопасностью для пациентов. Абсцессы, в принципе, относительно абсцессов головного мозга не так часто не встречаются, но тем не менее они имеют место быть. И факторы риска представлены на этом слайде. Это прежде всего иммунология. ВИЧ-инфекция, иммуносупрессивная терапия, а также хронические тяжелые заболевания, общесоматические, онкологические заболевания, которые могут на фоне пониженного иммунитета вызывать развитие абсцесса. Пик заболеваемости после 30 лет. И отмечается, что за данными мировой литературы множественные абсцессы встречаются порядка 15%. Это наша характеристика 19 пациентов, которые мы провели стереотоксическую аспирацию внутримозговых абсцессов. Я бы здесь обратил внимание на то, что локальный неврологический дефицит был у всех пациентов выявлен, общемозговая симптоматика практически у 2/3. И отметить, что интоксикационный синдром всего развивался у 15% наших пациентов. Следует отметить, что перед тем, как проведение абсцесса, предварительный диагноз абсцесс у нас был только у 1/3 пациентов. В остальных случаях мы считали, что планировалось проведение просто стереотоксической биопсии, и только во время операции мы определяли гной и уже перестраивали ход операции и вели таких пациентов уже как пациентов с внутримозговым абсцессом головного мозга. На данном слайде вы видите абсцесс подкорковой области.
Это наши результаты. Значит, 1/3 абсцессов, я бы здесь отметил, это было реногенного происхождения, и такая же 1/3 пациента была, причина была не, до конца не выявлена. У 1/3 флоры мы определяли стафилококковое поражение, и также больше, чем у 1/3 возбудитель при бактериологическом исследовании не был выявлен. На данном слайде представлена молодая женщина 33 лет с двухсторонним стволовым поражением головного ствола мозга. Мы планировали проведение биопсии, и во время биопсии мы получили гной. Мы его аспирировали. И при контрольном обследовании МРТ, проведенном в тот же день после через несколько дней после операции, это КТ справа, картинка ниже, мы увидели, что это был многокамерный абсцесс, и с одной половины гной был извлечен, а с другой стороны он остался. Поэтому через неделю была проведена повторная аспирация трансконвекситальным доступом. Здесь вы на слайде видите первичный план операции и разметка на противоположную сторону абсцесса. Также извлечен был гной. И картинка после операции. Мы видим, что регрессировала как очаговая симптоматика стволовая, так и МРТ-картинка показывает отсутствие абсцесса. Практические рекомендации относительно абсцессов – это мишень биоптера должна быть размещена максимально в центре поражения очага, длина траектории должна быть максимально минимальной и избегать прохождения через желудочковую систему. И, в принципе, определенные исследования DVI, MRI, спектроскопия с большой вероятностью позволяют дифференцировать абсцесс от глиального поражения головного мозга. То есть, если есть пациент с глубинным поражением головного мозга и есть какие-то предпосылки, что это возможно быть абсцесс, то при наличии DVI и MR-спектроскопии уже можно как-то более-менее практически понимать, что за вид патологии у данного больного. Стереотактическая биопсия задней черепной ямы у нас 30 пациентов, из них биопсия проведена в подавляющем большинстве, аспирация абсцесса, я вам как раз показывал только что этот случай. И в одном случае имплантировали резервуар Мая. Это представлен снимок женщины, которая в 40 лет дебютировала заболевание, возникла и прогрессировала стволовая симптоматика. Проведенное МРТ показало такое кистозное поражение подкорковой области с распространением ствол мозга, в ножке мозга. При контрольных снимках на фоне дегидратации состояние улучшалось, но, по крайней мере, на протяжении 2-3 месяцев стабильно было постепенное ухудшение. Мы планировали разные методы лечения, и вентрикулоперитонеал стомию, и стомию между третьим желудочком и этой кистой. Но провели трактографию, чтобы насколько бы будут у нее повреждены пирамидные пути. И все-таки решили стереотоксическим способом в эту кисту имплантировали резервуар Мая. И после операции сразу же регрессировала симптоматика, и контрольное обследование в течение нескольких лет показывали полное улучшение состояния и отсутствие вот этой кисты, по большому счету, такие и неясного происхождения. Потому что биоптически мы биопсию проводили, также мы ничего не получили, какой-то ткани. Вот вы видите тень резервуара Мая. Это другой случай, когда показана аспирация парастволовой кисты головного мозга. Такая операция достаточно безопасная и позволяет пациенту быть здоровым. Здесь показана траектория ведения биоптера при поражении ножек мозга, моста.
Если раньше мы таких вариантов, ну, не рассматривали как проведение биопсии или с этим с опаской относились, то сейчас достаточно четко можно рассчитать проведение биоптера. И современная система, мы также используем систему элемент, позволяет нам спроектировать траекторию так, чтобы биоптер безопасно прошел через вырезку намета мозжечка в ножке мозга или в мост, и безопасно можно провести забор ткани. По нашему мнению, значит, перспективы использования биопсии это в том, что будущие инновации все равно будут направлены на минимизацию и улучшение нейрохирургической помощи. И в этом плане будут помогать, конечно, верификация гистологического диагноза. Снижение вероятности побочных эффектов также будет способствовать интеграции современных систем, планирующих станции МРТ, СПЭК, ПЭТ, ангиографии, которые также позволят нам уже планировать забор ткани более с той зоны, которая на максимально насыщена активными клетками патологическими. Также важным будет в будущем, мы видим, что внедрение специальных эндоскопических или ультразвуковых технологий, которые во время биопсии на кончике биоптера, возможно, будут установлены УЗИ-датчики, которые могут позволять уже интраоперационно максимально четко понимать для хирурга место забора ткани и позволять именно брать ту ткань, которая на самом деле будет иметь большую информативность. Ну и для чего все это делается? Конечно же, эти гистологические исследования должны быть дополнены иммуногистохимическими, иммунологическими, генетическими исследованиями, которые позволят более точно и четко нам понимать и планировать дальнейшую лечебную тактику таких пациентов с онкологическим заболеванием головного мозга. Теперь функциональная нейрохирургия достаточно коротко. Я покажу возможности стереотоксических операций. Я думаю, у вас еще будут проводиться форумы, посвященные нейростимуляции, стереотоксических абляциям. Но, в принципе, в основе хирургического лечения любых двигательных расстройств это две основные методики. Это нейростимуляция и стереотоксические деструкции. И опять же, залогом успеха будет являться правильная нейровизуализация, правильное определение координат мишени операции и, конечно же, опыт хирурга и технологии, которые позволят именно в запланированную мишень правильно ввести электрод. Или для хронической стимуляции, или для радиочастотной деструкции. При этом не следует забывать, что к абляциям относятся и радиохирургические абляции. Это не преимущество, а это только производится на гамма-ножом операция. И современно уже стало, набирает все большую популярность, фокусированная ультразвуковая абляция. Станция, элемент, который мы используем, нам достаточно помогает. И в самом деле уникальность этой системы состоит в том, что мы координаты стереотоксического атласа уже основаны не на стандартном и общепринятом атласе Шальтенбранта-Бейли, который, кстати, мало кто знает, его использовали более 60 лет, это считается как азы системы координат, но в то же время этот атлас был создан на основании исследования всего трех кадавровых случаев. Вот. Поэтому эта система все-таки на сегодняшний день является хоть и классической, но достаточно упрощенной. И современные станции, современные планирующие станции нам позволяют уже индивидуально для каждого больного определить зону и определить координаты, соответственно, именно этому пациенту, согласно его передней и задней комиссуре, межкомиссуральной линии и средней точки межкомиссуральной, и точно выявить место, запланировать место введения электродов и даже после его введения верифицировать его и понимать, как оно, насколько точно правильное расположение. На данном слайде вы видите пациента, которому раньше была первично проведена торсионная дистония, которому
Раньше была проведена палидотомия, вы видите на левом снимке, это слева, ну, на снимке справа, вот этот очаг деструкции палидуму. И потому что в то время еще не было возможности проводить имплантацию нейростимулирующей системы. И сейчас вы видите, что с противоположной стороны палидум имплантирован электрод, а с левой стороны, там, где место было деструкции, электрод имплантирован в субталамическое ядро. Это как опция такая, в данном случае достаточно хорошо помогла пациенту. Также современные станции, это этот же случай, мы видим, как зеленый электрод находится в палидуме, а желтый электрод левый находится в субталамическом ядре. Возможности станции нам позволяют не только определить правильность положения электрода, но также убедиться, какой контакт находится наиболее приближенный к той зоне, стимуляция которой может оказать более такой лечебный эффект. С одной стороны, это нам очень помогает, но также хотел бы отметить, что нельзя так 100% доверять станции, все-таки неврологические правильные оценка состояния больного во время тестовой стимуляции, она способствует, и опыт невролога, который этим занимается, способствует четкому определению данной зоны. Эта же методика позволяет нам определить нахождение электродов, методика, а программа Brain Lab относительно костных структур и помочь нам визуализировать нахождение и прохождение электродов, как они находятся в мозге, относительно костных, относительно мозговых структур, с четкой визуализацией, это красным, это видите, внутреннюю капсулу, зеленым отмечено субталамическое ядро. И такие возможности, конечно же, на порядок улучшают понимание врачей относительно правильности проведенной операции, относительно перспективы для данного больного и правильного обследования. Ну, здесь вы видите, как на слайде также представлено введение электродов в субталамические ядра, которые зеленым отмечены. Красным вы видите, это красные ядра, и синим отмечены черные субстанции. Вот. И в зависимости от позитивного эффекта или если возникают какие-то негативные моменты, мы всегда можем это определить. Это по поводу нейростимуляции, но также хотел бы отметить, что на протяжении последнего времени отмечается ренессанс к деструктивным операциям, и они также имеют свое право на существование, они достаточно эффективны, дают стойкий эффект, вот вы видите, палидотомия и талямотомия операции. Это пациент, наш коллега, который, вы видите, стрелка отмечена, у него была локальная ишемия, которая вызвала гемиболизм. И проведение деструкции палидотомии привело к полному прекращению гиперкинезов. Так. Это один из способов использования. Также функционально-хирургическое лечение эпилепсии стереотоксическими методами. Приоритетным методом лечения эпилепсии, конечно же, являются резекционные операции, но есть определенная категория пациентов с фармакорезистентной формой, которым резекционную операцию предложить невозможно в силу того, что МРТ негативной картины или двусторонних изменений головного мозга. И в таких случаях речь идет о функциональных паллиативных нейрохирургических вмешательствах, которые также можно разделить на две виды. Это нейростимуляционные методики и аблятивные операции. Из нейростимуляционных методиков это помимо общепринятой стимуляции вагусного нерва, есть широко распространены операции глубинной стимуляции головного мозга, разные структуры исследовали. На сегодняшний день все-таки рекомендуют больше это передние ядра талямуса. И в то же время сейчас все шире используются и аблятивные вмешательства. Это, опять же, радиочастотная деструкция, которую мы используем. Я покажу несколько случаев. Радиохирургия, лазерная абляция и ультразвуковая абляция.
Это пример деструкции передних ядер талямуса, вот куда сейчас принято устанавливать электроды для глубинной мозговой стимуляции. Одним из пионеров, и кто один из обладает наибольшим опытом таких операций, это Андрей Сытников, нейрохирург из Московского лечебно-реабилитационного центра, такой близкий друг, который пропагандирует эту методику. И в самом деле в некоторых вариантах она может собой по своим показаниям заменить стимуляцию блуждающего нерва. Почему мы на этом останавливаемся? Поскольку всегда мы взвешиваем экономический момент. Учитывая то, что на сегодняшний день в Украине нет государственной программы поддержки для пациентов стимуляции вагусного нерва, поэтому пациенты должны сами оплачивать этот стимулятор, учитывая его большую дороговизну, то вот такая методика является как операцией, как опцией выбора таких пациентов, кому можно провести эту операцию. Здесь вы видите сочетание другой деструкции, это колезотомии. Вот пациент, которому мы проведели, как мы думали, с синдромом Леннокса-Гасто, тотальную колезотомию, однако через 2 месяца эпилептические припадки возобновились. Дроп атаки. При повторном исследовании мы видим, что частичка сплениума не была пересечена. И когда мы провели трактографию, эта зона показывает четко волокна диссоциации справа между полушариями. И в таком случае, как операция выбора, была проведена 2 очага деструкции этой части, которая позволила полностью устранить припадки. Дроп атаки миоклонические, кратковременно сохраняются еще этого пациента. Это пример такого дополнительного использования стереотоксической операции, деструкции. Это другой пример. Я его сейчас... Это буквально операцию мы сделали несколько дней назад. Тоже пациент 3,5 лет. Тут, к сожалению, на слайде я не видно предыдущей картинки. Классический ребенок для классической колозотомии с постоянными дроп-атаками, прогрессирующими психоинтеллектуальными расстройствами, развивающейся энцефалопатией, были все и есть все показания к колозотомии открытой. Однако родители в силу религиозных своих убеждений категорически отказались от переливания крови, эритроцитарной массы, плазмы. В принципе, при нашем опыте мы, когда оперируем детей, мы то ее используем там в третье или там даже четверти пациентов. Но теоретически исключить, учитывая такой маленький возраст, даже минимальную кровопотерю, мы не могли, что возможность переливания плазмы. И оставался вариант такой, или отказываться от операции, ждать 1,5-2 года, пока она крепнет, и мы можем в самом деле более спокойно проводить операцию без планирования использования кровезаменителей. Или провести стереотоксическую тотальную колозотомию. И вот вы видите, проведена деструкция, больше 16 очагов деструкции. Состояние пациента удовлетворительное, но по поводу результативности говорить рано, потому что только ранее послеоперационный период прошел. Третий пример использования деструкции – это деструкция небольших размеров гамартон гипоталямуса, которые вызывают гипоталамическую эпилепсию. В данном случае, видите, пациентка, которая болела больше 9 лет и больше 2/3 своей жизни страдала на частые ежедневные припадки, резистентные к медикаментозной терапии. И что характерно, вот проведено 2 деструкции этого гамартома гипоталямуса, в принципе, привело к полному прекращению припадков. Но сейчас уже катамнез больше 6 лет. И мы видим, что, в принципе, гамартома то сохраняется, но видно деструктивные изменения, которые произошедшие в ней, способствуют вот такому нормализации биоэлектрической активности мозга и прекращению эпилептических припадков. Это еще один случай, да, взрослый пациент с 26 лет, синдром Штурге-Вебера. На левой картинке вы видите, это признаки Штурге-Вебера с частыми дроп-атаками, которым опять же рассматривался вопрос или проводить стимуляцию нервуса вагуса, но остановились, поскольку это достаточно для них неподъемный был вариант, переднюю деструкцию передних ядер таламуса
с хорошим позитивным эффектом прекращением дроп-атак. Это по поводу эпилепсии, также болевой синдром деструкции можно проводить. Здесь вы видите, у пациента возникло с поражением правого талямуса, возникло левосторонние талямические боли, и которые не купировались ничем. И одновременно проведена была стереотоксическая цингулотомия двухсторонняя и биопсия данного очага, которая верифицировала грейд 2 астроцитому. Была, это вы видите, очаги деструкции цингулотомии двухсторонней. Сразу же была проведена потом гамма-нож на линейном ускорителе радиохирургическая операция. И, в принципе, и относительно стабильная картина данного очага, данной астроцитомы при полном регрессе болевого синдрома. То есть такое тоже можно иметь в виду. И в заключение также радиохирургические стереотоксические методики не следует забывать. Можно использовать при лечении некоторых видов психических расстройств. Прежде всего, это синдром Жиля-Туретта. У нас опыт больше 20 пациентов. И обсессивно-компульсивный синдром, когда проводится двухсторонняя передняя капсулотомия передних бедра, двухсторонняя деструкция передних ядер переднего бедра внутренней капсулы. Таким образом, в заключение я бы хотел сказать, что какие, по нашему мнению, перспективы стереотоксической нейрохирургии мы видим в некотором будущем. Это возможность интеграции высококачественных изображений и данных нейрофизиологических исследований с нейрохирургическим инструментарием, который будет оснащен современными высокочувствительными датчиками, которые обеспечат точную пространственную интероперационную идентификацию области хирургического вмешательства и возможность одновременного проведения электрофизиологических исследований. Ну и также внедрение роботизированной беспроводной технологии, которая, в принципе, уже постепенно все будет. Уже завоевывает, имеет опыт использования в нейрохирургических клиниках ведущих. Благодарю за внимание. Все. Очень спасибо вам за презентацию. А теперь также я хотел бы задать вам несколько вопросов от участников. А так, какой РЧ-генератор вы используете? Мы используем радиочастотный генератор Radionics. Это модель еще 2004 года, но, в принципе, она у нас в рабочем состоянии работает. И какая минимальная толщина среза для планирования стереотоксической биопсии? Ну, мы используем 0,6 миллиметров, но вполне достаточно 1,5 миллиметра, я думаю, вполне достаточно. Как для супратентериальной, так и для и субтентериальной локализации. А имеет ли значение усиление при стереотоксической биопсии? Имеет значение, правильный вопрос. Мы всегда используем введение МРТ с контрастом и компьютерную томографию с контрастированием. Это проводится не только для того, чтобы очаг понять, накопил ли очаг данное контрастное вещество, но также мы это используем МРТ и компьютерную томографию с контрастированием при функциональных операциях, поскольку это позволяет более точно проводить мерч, сопоставление фьюжн МРТ с КТ-картинкой. МРТ и компьютерной и КТ-картины изображения. А теперь будем посмотреть видео от нашего спонсора. Надеюсь, что вам понравится видео. В вопросах лечения метастатического рака и метастазов в головном мозге в частности, мы только в начале пути. Ценность этого фильма заключается в том, что к его созданию привлекается Американская ассоциация онкологии головного мозга.
он служит нашей миссии. Если люди поймут, что у них достаточно времени для осознания своей опухоли, осознания своего диагноза, достаточно времени для того, чтобы изучить возможные варианты лечения, то улучшится и ход лечения, и его результат. Я думаю, это и есть путь реализации миссии нашей организации. Если лечение токсично и приведет к снижению когнитивных способностей, пациенты не смогут наслаждаться годами жизни, которые мы подарим им с помощью новых методов лечения. Поэтому в современных условиях при лечении больных раком необходимо учитывать и качество жизни, которую им предстоит прожить. Мы хотим, чтобы люди продолжали жить, работать и делать все, что для них важно. Радиохирургия является неотъемлемой частью новейших методик лечения рака. Знаете, я больше не думаю о смерти. Правда. Я считаю, это показатель. Если мы продлим жизнь пациента хоть ненадолго, он сможет воспользоваться методами лечения, которые станут доступны в будущем, которые появятся, например, через 3 года. Это дает надежду. Технологии достигли уровня, когда мы можем улучшать самочувствие пациентов и зачастую даже излечивать интракраниальные заболевания. Большинство пациентов с раком, у которых нашли метастазы в головном мозге, осознают, что окончательный прогноз зависит от того, что происходит с раком в остальных частях тела. Будущее для этих людей действительно светлое, потому что наши системные методы лечения постоянно совершенствуются, а процент выживания намного выше, чем когда-либо в прошлом. Я считаю, что в будущем рак перестанет считаться смертельной болезнью и станет просто хроническим заболеванием. Итак, спасибо Brain Lab за это видео и за информацию. А теперь продолжаем вебинар. Я хотел бы представлять доктору Андрею Голанову. Доктор Андрей Голанов, заведующий отделением стереотоксической лучевой терапии и радиохирургии Нейрохирургический медицинский центр имени Бурденко, Московский институт нейрохирургии имени Бурденко, Россия. Доктор Андрей, пожалуйста. Спасибо вам большое за представление. Сейчас я постараюсь включить свою презентацию. Так. Вы ее видите? Да, все хорошо, да. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз спасибо за приглашение. Вот так часто получилось, что я в самом конце выступаю, и какие-то положения моей презентации были высказаны фактически в каждом докладе, даже в фильме. За что признателен особо организаторам, потому что некие его идеи, о которых я буду говорить, они, безусловно, там прозвучали. Что хотелось бы сказать? Ну, во-первых, все как бы известно достижение на сегодняшний день нейрохирургии. Мы знаем прекрасно, и вот коллеги из Киева, насколько продвинулась вперед микронейрохирургия, другие подходы с использованием навигационных техник. И надо отметить, что действительно очень много есть, но тоже есть много ограничений, связанных с нашими мишенями, связанными с ростом опухоли, связанными с их локализацией, их количеством и так далее. И то, что вот мы начинали вот 15 лет назад, вот здесь в правом углу, одна из таких первых публикаций в медиа о том, как мы только начинали работать, то есть такие были перспективы радужные, что нейрохирург будет оперировать без скальпеля. Конечно, мы не оперируем без скальпеля, мы проводим нейрохирургическое лечение, но сегодня можно сказать, что многое стало реально. И действительно, на сегодняшний день можно констатировать значительное продвижение вперед именно с точки зрения минимально инвазивного лечения. Поскольку на сегодняшний день важно не только вылечение, не только оставить больного живым, но и в том, чтобы были меньше проблемы с возможным ухудшением качества жизни. Мы боремся за это качество жизни и помогаем его сберегать. Со всем стандартом сегодняшнего, как уже прозвучало сегодня, лечение, облучение образование головного мозга является стереотоксическое облучение или радиохирургия. На самом деле, когда мы говорим на сегодняшний день, мы развиваем в нашей клинике радиохирургическое лечение, это лечение за одну фракцию
Наши коллеги из Америки говорят, что это несколько фракций, но более популярное определение, что такое синтетическое облучение, первое из которых прозвучало больше 50 лет назад, точнее, в 58 году Робинсоном Лексом, в 51 году. Сегодня мы говорим о том, что немножко расширили это определение. И на сегодняшний день, что определение американских коллег, что вторящие им определение немецких коллег, они очень похожи, идентичны. Суть в чем? Суть в том, что мы используем внешний источник радиоактивного излучения. Это может быть разное, это может быть линейный ускоритель, это может быть циклотрон, это может быть радиоактивный кобальт, с учетом того, что радиоактивный материал – это множественные источники. Во-первых, во-вторых, очень важно то, что мы четко знаем, что мы облучаем, и очень имеем координаты в теоретическом пространстве, локализацию этого образования. Ну и то, что мы используем, планируя наше лечение, подобно с высокой степенью точности. К тому же, здесь как раз очень важно то, что, как я уже говорил, оно может быть лечение за одну фракцию, это правило радиохирургии, или за несколько фракций, которые разные авторы трактуются или как стажированные во время радиохирургии, или радиохирургическое через несколько фракций, или гиперфракционированное, чему мы даем предпочтение. А сегодняшние техники облучения значительно продвинулись вперед. И, конечно, сегодня мы, когда облучаем мишень сложной формы, мы можем это делать с минимальной нагрузкой на окружающие ткани. При этом важным является, что это, как правило, не планарное облучение, что это облучение с нескольких направлений, используя множественные пучки. Ну и все самые технологии, динамические технологии, методики облучения, они, конечно, действительно нас во многом продвинули к, возможно, точному облучению самых разных мишеней, самых разных форм. Точность, о которой мы говорили, зависит от нескольких факторов. Это, конечно, и качество, как я уже говорил, изображений, и возможности наших планирующих систем. Очень важно повседневное внимание уделять фиксации и укладке. Фиксация может быть самой различной, в зависимости от того, что мы используем, какой прибор, или мы используем облучаемую патологию спины, потому что мы занимаемся патологической системой, это и спинной мозг, или головной мозг, ну и дальнейшее использование навигации. При этом надо отметить, что, несмотря на небольшие, но тем не менее, остающиеся преимущества гамма-ножа, буквально в долю миллиметра, не всегда это имеет клиническое значение, точнее, почти что никогда, но тем не менее, все-таки он сохраняется точность абсолютно. Тем не менее, остальные современные приборы позволяют обучать фактически со сходной точностью. Здесь очень важно, конечно, с одной стороны, продолжать заниматься дозиметрией и верификацией планов, а с другой стороны, использовать современные системы навигации. Ну, BrainLab – известная фирма, которая, прежде всего, своим программным обеспечением. И, конечно, то, что вот позволяет делать методики BrainLab в сетчатой навигации, они не могут не впечатлять. На сегодняшний день нам известно несколько систем навигации, которые могут быть использованы. Это привычная нам рентгеновская навигация, это оптическая навигация, которая более современная, которой пока еще, к сожалению, в России нет, и инфракрасная навигация, которая в ближайшем будущем, точнее, она уже анонсирует, как уже готовый продукт, который мы можем использовать в клинике. В нашей клинике мы уже больше 10 лет используем систему рентгеновской навигации. Она у нас была сопоставлена в системе Навалис, который был использован и для синтетического облучения, и для радиотерапии, радиохирургии. И вот в течение этого года мы также применили эту методику и используем экзактрек для лечения пациентов на системе труби. Мы провели сравнение между теми встроенными системами навигации, которые есть в системе труби, и системой экзактрек, которая является внешней для данного линейного ускорителя. И оказалось, что, с одной стороны, это есть возможность повышать точность облучения. Очень важно о том, что мы в сегодняшний день можем постулировать о том, что мы, как говорили об отступах, докладе Дианы, можно сказать, что мы фактически год стремимся, когда мы проводим особенно радиохирургическое лечение, лечение за несколько фракций, стремимся к нулю. Почему? Потому что система навигации позволяет нам этого избежать. Поскольку при выполненной снимке именно экзотреки при поворотах стола позволяет фактически не использовать отступ. А к тому же мы знаем, что использование системы экзотрек в значительной степени уменьшает рентгеновскую нагрузку на пациента. Ну и, может быть, иногда мы немножко тормозим с точки зрения времени, но это не сравнимо с теми преимуществами, которые мы получаем во время
проведение верификации во время навигации и пренавигации при облучении. И, как я уже говорил, уже говорится о неких ограничениях по объему, но вот это раз уменьшение объема и уменьшение эффективного дня позволяет значительно, на самом деле, суммарно увеличивать возможности облучения без опасности для пациента. И на сегодняшний день у нас есть опыт облучения в различных режимах фракционирования. В частности, конечно, когда мы превышаем определенный объем, мы используем режим гипофракционирования, проводим решение отдельно за 3 или за 5 фракций, иногда даже за 7. Но в то же время есть возможность облучения, точного облучения даже множественных образований, таких как миндиомы или множественные метастазы. Как я уже говорил, динамические методы, которые мы сегодня используем, имеют много преимуществ и много своих определенных характеристик. И в частности, у нас есть возможность сегодня проводить облучение всего мозга, за исключением структур гиппокампа, что снижает токсичность лечения, безусловно, и позволяет сохранять когнитивные функции. И также интегрированный буст, который можно использовать и при метастазах, при облучении всего мозга, и при гиомах, с использованием данных позитронной эмиссионной томографии для более высокодозного облучения именно наиболее активных участков плеома. При этом надо отметить, что, конечно, это не только важно с точки зрения эффективности лечения, но и сегодняшний день, когда мы стремимся все наши лечения минимизировать с точки зрения количества сеансов, с учетом опять то же самое в эпидемиологической обстановке, это представляется очень-очень важным и актуальным. Говоря о том, что же дает сегодняшний подход и стратегический подход к облучению, мало того, что высокий градиент дозы и высокая точность дозы обуславливает высокую эффективность лечения и, возможно, время высокой дозы за один из низких фракций, при этом очень важным является то, что у нас в целом снижается нагрузка ионизирующей радиации на здоровые нормальные ткани. Поэтому есть работа, проведенная Линквистом и руководителем Дианы Падди, показала, что в 10, а то и 100 раз по часу, в зависимости от объема, в зависимости от локализации структуры, мы уменьшаем нагрузку на ионизирующие ткани при использовании ионизирующей радиации на здоровые ткани при использовании цитотоксического подхода и цитотоксического облучения. А мы знаем о том, что действительно радиохирургическое лечение оно ограничено объемом, потому что при превышении объема, какой бы ни был этот объем патологической ткани, это может быть метастаз, может быть миома или другой, но выше определенного, обычно мы считаем где-то 14 кубических сантиметров, это порядка 3 сантиметров в функциональном диаметре, то риск возрастает лечебный лучевого некроза. И опять же, болец уже, как бы, идеально упоминалось о том, что сегодня у нас есть более-менее соответствующей действительности понятие толерантности, и мы, причем это понятие и эти представления все время немножко изменяются, они не стоят на месте, мы знаем, предположим, в частности, что визуальные структуры зрительного аппарата, в частности, глиома хиазмы, зрительные нервы. Раньше мы, у нас было такое табу, это 8 грейв точки, сегодня мы говорим 10, 12 грейв точки. То есть мы гораздо более подходим, при этом не без проблем со стороны пациента, без ухудшения пени этих больных. Ну и кроме того, развивается и медикаментозная поддержка. И опять же, препарат бевтузумаб, который используется как таргетная терапия, он сегодня нам дает достаточно уверенность даже при риске возникновения той или иной лучевого повреждения, особенно при повторном облучении, он позволяет компенсировать, и фактически часто это не развивается, или имеющиеся по снимкам обозначены и выявленные лучевые повреждения, они прогрессируют на фоне применения не только стероидов раньше, но и бевотизумаба. Ну и, конечно, знаю, все больше и больше применения гипофракционирования, то есть когда мы разделяем нашу высокую дозу, мы используем высокоразовые дозы, разделяем суммарную высокую дозу на несколько фракций, как правило, это 3, 5, иногда, или еще раз, 7, дает нам большие преимущества, потому что действительно мы можем облучать очень эффективно самые различные новообразования. Вот здесь указана, здесь приведена схема, как в нашем отделении мы можем используя, при каких патологиях используется гипофракционированный подход, и видно, что фактически вся нейроонкология, это метастазы, гномусные опухоли, глиомы, лечебные злокачественные, хромофилиомы. То есть мы можем, значит, разглаживаем руки. И к тому же мы знаем, что новые аппараты, такие как аппарат Гамма-Нош Айкон, также имеют возможность уже проведения гипофракционирования, и при этом мы значительно увеличиваем возможности лечения и ту патологию, которую мы можем эффективно вводить за несколько фракций высокие дозы. К
Хотелось бы отметить отдельно, что на самом деле на сегодняшний день мы все больше и больше данных и понимания радиобиологического происходящего сущности при обучении с этой дозой. И при этом действительно мы говорим о том, что именно использование высоких доз, сейчас особенно 10 грей выше, позволяет нам по-другому смотреть и на роль активации иммунной системы, запускается апоптоз. Очень важно сегодня говорить о том, что компоненты, сосудистый компонент физиологических изменений, происходящих в опухоли или в новообразованиях. И это, безусловно, в принципе, приводит к тому, что необходимость пересмотра существующих моделей, в частности, в случае ЛК-модель, которая ЛК-модель, которая на сегодняшний день должна быть пересмотрена именно для высоких доз и для радиохирургического лечения. Конечно, очень существенную роль играет и развитие молекулярно-биологических данных и молекулярно-биологических знаний. Мы знаем, что на сегодняшний день мы уже более дифференцированно подходим. Есть классификация ВОЗ 2016 года, которая уже позволяет пересмотреть и классификацию глиальных опухолей, и классификацию медулобластом, и классификацию в том числе и нейром. При этом именно молекулярно-биологические данные позволяют нам более четко подходить к лечению этих образований и более правильно оценивать прогноз и проводить выбор того или иного лечения, в том числе радиохирургического и гипофракционированного. Наш опыт достаточно, который в этом году, нашего подразделения осталось 15 лет, исполнилось, и мы пролечили за это время более 20 тысяч пациентов, опять же, как я уже говорил, почти со всем спектром нейроонкологических заболеваний, плюс при этом еще функциональные заболевания, сосудистые заболевания и другие. Принципиально на сегодняшний день можно отметить, что действительно ограничений для проведения лечения, фактически радиохирургического лечения или гипофункционального лечения, фактически не существует. Принципиально это только, наверное, целесообразность какие-то ограничения в той или иной ситуации, потому что возможности наши достаточно велики. Мы расширили показания поведения людей пациентов детского возраста. И вот видно, что у меня на самом младшем пациенте было буквально 7-10 месяцев, сам старшим больше 90 лет. Самое важное, что я хотел бы еще рассказать, причем лечение, подчеркиваю, проводится без интубационного наркоза, фактически под местом анестезии или под общей седацией с помощью пропофола и других препаратов. При этом по количеству и по объему мы значительно продвинулись вперед. У нас, если на объем достаточно значительное образование, мы просто применяем режим фракционирования и дозу, и разовую дозу, которую мы используем. Говоря про лечение метастазов, на сегодняшний день надо сказать, что радиохирургия является стандартным лечением метастатического поражения головного мозга. При этом нет ограничений по локализации. У нас есть пациенты и с метастазами ствола головного мозга, с множественными очагами, с интракулярным поражением и другой локализацией. Говоря про множественность поражений, известны работы японских авторов, Имамото и другие, которые показали возможность лечения десятков метастазов. У Дианы говорили, что там ограничено, на Венере было 3, потом уже стали больше 10, это лечение для гамма-ножа. Но вот у нас есть опыт лечения пациентов с больше 100 очагами, не за один, ну, за один раз, за два раза, но при этом надо отметить, что эта пациентка, которая с раком молочной железы, уже перенесла облучение головного мозга и пришла к нам с такой картиной. А мы провели это лечение за 2 сеанса, и прошло уже 2 года, после которого и до сих пор больная находится в ремиссии, в хорошем самочувствии, подчеркиваю, что при этом когнитивная функция пациента не страдает, и он отлично находится в дееспособном состоянии. В этом году к нам была проведена работа в нашем отделении доктором Бановым, который защитил успешную докторскую диссертацию недавно, и который показал, что радиохирургия имеет существенное значение для лечения больных с метастатическим поражением головного мозга. При этом достаточно большое количество пациентов, сейчас у него уже больше 1000 пациентов, 1100 пациентов в его в базе данных. И средняя продолжительность жизни этих пациентов, она уже превысила 11 месяцев. Для больных с молочной железой, в частности, она уже превышает полтора года. И в целом, конечно, успехи лечения значимы именно в этой группе пациентов. При этом, конечно, нельзя не учитывать о том, что мы не только развиваем и продвигаем радиохирургическое лечение пациентов, но и, конечно, опираемся на взаимодействие с общими онкологами в отделе системной терапии, которая, безусловно, тоже внесла свой вклад значительный в лечение этих больных.
К тому же надо отметить, что есть явное синергическое действие и взаимоусиливающее действие между проведением радиохирургического лечения и рентгенотрагетотерапии. И в частности, уже известно и наблюдаемый нами абскопальный эффект, как он внемешанный, когда мы получили регресс опухоли, находящейся далеко от места облучения за счет стимуляции иммунной системы. Другой интересный подход, который сегодня мы все больше и больше пациентов предлагаем, это проведение предоперационного радиохирургического лечения. Когда даже большие объемы, больше 20 кубических сантиметров, можно облучать радио за одну фракцию с обязательным условием последующего ближайшего лечения, ближайшего последующего удаления в сутки, двое после проведения лечения. Поскольку, естественно, учитывая честно взаимосвязь с нашими коллегами-нейрохирургами, и которые больные после облучения попадают в отделение, наблюдается готовительская операция и проводится удаление этого. Это, например, представляет нам и снижает риск значительно развития после лучевых некрозов, и значительно снижает риск лептоменингальной прогрессии у этих пациентов. То есть здесь много как бы своих преимуществ, которые мы продолжаем изучать. Ну и когда операция все-таки представляет значительный риск для пациентов, то большие опухоли можно лечить с помощью, опять же, лучшепонятного гипофункционирования. Нам проведена работа доктором Ветловой, о сравнении, почему это было рандомизированное исследование, о сравнении различных видов фракционирования, 3 по 8 фракций, 5 по 6, по 5, и мы видим о том, что режимы более-менее сопоставимы с точки зрения эффективности, но при этом значительно уменьшается количество послучевых некрозов и изменений при увеличении количества фракций при более длительном лечении. Ну и, как я уже говорил, те самые динамические методики позволяют нам почаще добиваться совершенно различных результатов и совершенно удивительные сложности формы образования, которые переходят на основание черепа, которые переходят на костные структуры, могут быть сегодня даже обучены в том числе в режиме гипофракционирования, как на этих, представлено на этих слайдах. В целом можно констатировать о том, что на сегодняшний день, хотя обучение свободного мозга сохраняет свои ценности для некоторых видов пациентов, особенно при лептоменингальной прогрессии, при неподвижном раке легкого, в том числе есть всемирный тренд, который как бы говорит о том, что надо максимально лечить больных именно прецизионно с помощью тактического облучения и потом за собой наблюдать. И облучение свободного мозга остается уже как бы на крайней сценарий для крайней ситуации для этих пациентов. Говоря про другие образования, в частности, про глиальное образование, то надо отметить, что лучевая терапия, сетокричная лучевая терапия, она значима для всех 4 степеней злокачественности этих опухолей. Особое значение на ней для больных с пиелоидными фасцитомами, поскольку фактически позволяет добиваться высокой эффективности. И если мы будем не брать в расчет, в частности, явление пациента прогрессии, то у большинства больных мы получаем хороший эффект вплоть до 90 и более процентов, 95 и более высокой эффективности контроля опухолевого роста. Очень важно, опять же, использовать, тем более при рецидивах этих образований, использовать данные радиоизотопных исследований. Исследования позитронной синтомографии с изотопом метионина или тирозина, который позволяет, с одной стороны, дифференцировать послучевые изменения от прогрессии опухоли, но и, с другой стороны, при злокачественных глиомах, более, опять же, выявлять более активные участки, о чем я уже говорил, и проведение интегрированного буста. И опять же, сошли, что крайне важно для этих пациентов определение молекулярно-генетического статуса с определением IDH-мутации, отменим GNT и других важных структур для того, чтобы более дифференцированно и более точно говорить о той или иной методике, необходимой именно для этого пациента. При глиобластомах, которые стандартно априори лечатся, должны проводиться стандартные облучения с препаратами, в частности, мазолонида, с возможным функционированием, но радиохирургия и гипофункционирование имеют существенное значение при рецидивах у этих опухолей. И сегодня вот эти показанные цифры, мы фактически в основном насколько отличаются от статистических данных. Это почти 3 года мы увеличиваем продолжительность жизни после уже проведенного повторного лечения, но опять же с использованием препаратов ливотузумаба в частности и других схем лечения, химиотерапии позволяет
значительную продолжительность жизни у этих пациентов. Доброкачественное образование и для них радиотерапия, радиохирургия сегодня играет очень большую, все большую роль. И сегодня мы опять же говорим о том, что все больше хирургов дают предпочтение или частичному удалению, или оставлению опухоли под наблюдение, поскольку мы, с одной стороны, эффективно влияем на опухоль, она не растет дальше, с другой стороны, сохраняем качество жизни. И вот, в частности, это касается синдрома кавернозного синуса, и видно, была проведена работа американскими авторами, показала о том, что эффективность без предварительного удаления опухоли, сохранения функционально значимой структуры гораздо выше, стратегически значимой, чем после частичной резекции, потому что все равно опухоль остается больше или меньше, но при этом качество жизни пациентов не страдает. Интересный другой еще факт о том, что даже когда мы, предположим, получаем большие гигантские опухоли, опять же, с высокой степенью прецизионности, мы при динамическом наблюдении всегда видим выраженное уменьшение размеров. Но мы при этом констатируем о том, что, во-первых, не происходит ухудшение состояния, опухоль не растет дальше. И более того, у многих больных мы можем заметить улучшение зрения, часто пивающих неудобных оснований, но уже даже к концу облучения, как на данном примере, филологического осмотра в динамике на протяжении полутора месяцев проведения лечения. Ну и, конечно, для многих пациентов сохраняет актуальность комбинированный подход, когда большая опухоль частично удаляется, частично, предположим, у которой остаются остатки, которые, удаление которых сопряжено, опять же, с ухудшением неврологического статуса старостной симптоматики, и здесь уже есть возможность проведения прецизионного облучения. Конечно, надо отметить, что очень редко мы видим такой ученик на данном слайде, когда действительно опухоль практически не визуализируется после уже через полгода после проведения лечения. Тем не менее, хотелось бы отметить, что очень важно, что не всегда мы достигаем такого позитивного эффекта. И надо особенно остерегаться, когда мы говорим про облучение менингиом. Это лечение облучением менингиом, где уже есть отек на момент лечения. А несколько ситуаций, которые мы попадали, достаточно сложных, поскольку хирурги отказывали операции, фактически мы при отсутствии других возможностей все-таки проводили лечение, но при этом, скорее всего, имеющийся отек до момента лечения будет усугубляться, несмотря на проведение стероидной терапии, поэтому те же самые биотуромабы. Другая патология, которая все больше и больше в хирургии играет роль, и собирает как бы свое, это невреномы вестибулярной шванома. У нас значительный опыт, это больше полутора тысяч пациентов, огромный опыт. И действительно, на сегодняшний день все больше мы видим не только пациентов, которые после частичного удаления опухоли осталась опухоль в области, там, где есть широкая возможность повреждения лицевого нерва. Но при этом и это часто является сейчас выбором пациента, когда нет у больного выраженной почечной гипертензии, когда фактически некоторым проблемам не является снижение слуха или вестибулярные негрубые нарушения, то возможно проведение радиохирургического лечения с высокой эффективностью. При этом отмечаем, что сохранение слуха, в отличие от операции, у пациентов, это совпадает с мировыми сериями, в течение 5 лет буквально большинство больных сохраняется, если он, естественно, есть в момент лечения. А при интернатурикулярной организации даже еще выше, более 80%. Ну и надо отметить также, что именно при хирургии невреномы слухового нерва стало развиваться известное сейчас достаточно направление. Это, опять же, была инициатива фирмы BrainLab, это активная гибридная хирургия, когда мы во время уже операции можем планировать последующее радиохирургическое лечение или функциональное лечение, в зависимости от величины остатков этого образования. Очень большую роль играет и облучение при лечении аденом гипофиза. Тогда, когда нет возможности проведения операции. Или когда она неэффективна, или когда остаются остатки после уже проведенного лечения. Но в данном случае это вот, был отказ наших коллег-хирургов от проведения прямой операции, вместе предусмотрения аденома гипофиза через 2 года после проведения серотоксического облучения на системе Навалис. Ну и это же касается, конечно, гормонально активных опухолей. И сегодняшние стандарты, которые недавно были в очередной раз подтверждены международным лекарственным сообществом, показали о том, что при остатках образования или при сохранении биохимических изменений, нарушений даже после проведения операции, то именно серотоксическое облучение тоже 24 грея выше
оно приводит к положительной динамике с точки зрения локального контроля и с точки зрения регресса биохимических изменений. Пролифарингиома – другая сложная хирургическая патология, и на сегодняшний день за ним мы широко используем облучение, у нас больше 500 пациентов находятся под контролем, и мы сейчас оптимизируем дозы, которые больной получает и во время одной фракции. Естественно, очень важно отметить взаимодействие и взаимоотношение опухоли, в том числе кистозной опухоли, с зрительными структурами. И при этом, естественно, при вовлечении их в опухоль мы применяем стандартное фракционирование, радиохирургию фракционирования, если есть возможность даже небольшого отступа существует между опухолью и зрительными структурами. При параганглиомах и гломусных опухолях на самом деле сегодня тоже радиохирургия – это такой стандарт, который позволяет успешно получить эти образования. Если ранее были попытки эмболизации этих опухолей, их удаления, что чревато были значительными кровотечениями и ухудшение состояния пациентов, то сегодня вот у нас появилась работа доктора Золотовой, почти 400 пациентов она пролечила и с очень хорошими результатами контроля опухолевого роста. Малформация. Действительно, опять же, сегодня успехи и микрохирургии велики, и мускулярного подхода, но, к сожалению, мускулярное лечение позволяет закрыть только порядка 40% всех мальформаций, тем более глубинно расположенных. Радиохирургический подход гораздо более эффективен, но при этом результат ухудшается, если ранее эндомускулярное лечение было проведено. И, естественно, опять же, мы ограничены объемом. Когда мы видим большой объем, то мы предпочитаем ту самую стажированную радиохирургию, обучаем часть мальформации, и затем приходим через год в другую часть, и часто мы видим, что информация закрывается уже через 3-4 года после проведения лечения. Функциональная радиохирургия сегодня также переживает некий ренессанс. Уже, вот, кстати, много остановился на функциональных операциях. И действительно, методы, которые были лежали в основу синтаксис, они сейчас продолжают развиваться, тем более на фоне развития стимуляции глубинных структур хронических рисков. Но, тем не менее, с учетом того, что, опять же, многие пациенты отказываются от лечения или невозможности проведения установления стимуляторов, то сегодня мы чаще и чаще используем радиохирургический подход для лечения паркинсонизма, для лечения болевого синдрома, для лечения гиперкинеза. Надо важно отметить, что развивается концепция нейромодуляции, которая позволяет нам лечить не только деструкцию того или иного образования, но и это изменение сосудистого русла и изменение именно функции данного того или иного участка, который проводится воздействие. И больше всего пациентов мы имеем, это пациенты с радиохирургическим повреждением невралгии троничного нерва. Опять же, на сегодняшний день это выбором является липоскулярная декомпрессия, но которая выводится активным путем. Но у пожилых пациентов и при рецидивах болели у этих больных, мы проводим радиохирургическое лечение и на линейных пациентах, и на аппарате гамма-нож. Лечение паркинсонизма. Не так много у нас таких пациентов, но, тем не менее, мы имеем хорошие эффекты для этих больных. И у нас нет больных, которые лечили радиохирургической помощью эпилепсии, но достаточно много пациентов с гаморотомом гипоталямуса, которые проводят данное лечение. Мы выявили закономерность в соотношении величины гаморотомы, ее плотности контакта с прилегающими структурами и клиникой у пациентов. И, в принципе, мы отмечаем высокую эффективность радиохирургического лечения гипоталямуса даже у таких вот маленьких детей, как в частности у данного ребенка, который почти с рождения мучает приступ насильственного смеха и который уже больше 100 в течение суток. Не так давно было проведено нам первое лечение, первое именно, по крайней мере, в России, радиохирургическое лечение обсессивно-компульсивного синдрома на аппарате гамма-нож, о чем упоминал Константин. Мы провели лечение у пациента и при двухсторонней приеме капсулотомии. С общим позитивным эффектом уже год у пациента контролирован, даже 2 года сейчас уже будет скоро. И, в общем, мы достигли значительного улучшения того самого обсессии, которую создал данный пациент. Другая функциональная операция, которая написалась на крайне перспективной, это лечение болевого синдрома у раковых пациентов, которые не купируются другими средствами, в том числе морфином. И у этих больных
согласно, как бы, и это достаточно старая операция, на которую сейчас как бы переживает, опять же, новый подход на новом этапе, это лечение гипофизэктомии. Это как бы проводил, сначала описан человек Микроной, затем проводил профессор Лексу, профессор Шнайдером, и сейчас японские авторы эту методику поддержали, профессор Лексу, и мы тоже ее реализовали у себя с хорошим эффектом у тяжелой, очень больной с раком поджелудочной железы. То, что мы говорили про радиохирургию головного мозга, оно также верно для спинальной нейрорадиохирургии. И на сегодняшний день мы также говорим о том, что локальное воздействие имеет значение для этих пациентов, и его преимущество имеет перед более широким и кондициональным облучением. При этом, опять же, более высокие дозы используемых зарос позволяет нам, с одной стороны, быть более эффективными, с другой стороны, в частности, использовать методику пациентов с болевым синдромом, и в частности, вопрос для лечения болевого синдрома. Опять же, у нас достаточно большая серия хороших наблюдений, и мы сейчас занимаемся изучением толерантности субъективного мозга, насколько мы можем повысить нашу эффективность, использовать те или иные тозы схемы облучения. В целом, то, что мы сделали, фактически повторяет то, что сделано в мире, и то, что на сегодняшний день преимущество оптического облучения, оно, в общем-то, очевидно. Это и возможность повторного облучения, это и лечение множественных образований, сохранение качества жизни. И надо отметить, что при этом надо, что радиохирургия, в отличие от прямой хирургии, от химиотерапии, к тому же еще является эффективным и экономически эффективным лечением. И, конечно, это мы говорим тоже, это надо его развивать и способствовать его развитию в стране дальше. Но, конечно, остаются еще и вопросы, которые и перспективы. Прежде всего, это оптимизация схем функционированного лечения и, в частности, дефункционирования. Надо совершенствовать модели, существующие этого лечения. Конечно, не стоит на месте и техника облучения, и моделирование различных процессов. Помочь нам в этом могут проведение перспективных исследований, что мы тоже пытаемся всячески поддержать. И у нас есть, собственно, собственная база информационная. Но мы хотим как бы взаимодействовать с нашими коллегами, и, в частности, с точки зрения, опять же, накопления информации и тот самый big data, который мы хотим также участвовать в накоплении и обработке данных, этих данных. Это уже позволяет и, конечно, способствует использованию машинного обучения, которое сегодня мы используем уже в практическом плане, не только это чисто такая красивая идея, нет, мы используем и при планировании этих пациентов, и при оконтурном множестве метастазов, в частности, и при прогнозировании этих больных, в частности, у больных с глиомой, информацией и другой патологии. Интересно представляются и новые схемы и подходы к облучению, в частности, при глиальных опухолях. Да? С одной стороны, мы используем интерпретационную томографию, с другой стороны, в частности, оконтурование и облучение с интеркулярной зоной, по некоторым данным, приводит к хорошим результатам. Ну и экспериментальная часть. У нас есть возможность облучения культур клеток, и мы облучаем культуру клеток глиобластомы для изучения процессов, которые происходят в результате облучение, в том числе высокими, сверхвысокими дозами. Мы изучаем апоптозу, чем предотвратительную активность в этих клетках, и в том числе при воздействии тех или иных веществ, в частности, актомеров, которые могут нам помочь выявить какие-то новые интересные схемы и подходы к лечению. Новые техники, которые могут быть использованы, которые в перспективе во всем мире широко обсуждаются, использованы, конечно, тяжелых ионов и протонов. На самом деле, это действительно очень отдельная тема для разговора, особенно в виде и в свете, вот уже близко вроде, мы уже к флеш-терапии, так называемой, когда сверхмощное лечение за короткое время. Но при этом надо отметить, что все-таки на сегодняшний день преимущество того же самого протонного облучения, кстати, современными методиками, которыми мы владеем, в частности, ТМРТ и транспортное облучение, не столь явно. Но, наверное, при облучении больших структур и при облучении, например, спинальном, наверное, есть преимущество, но на самом деле именно клиническая подоплека, кроме пока не очень ясна, насколько действительно для нее преимущество перед стандартными методиками, которые мы можем реализовывать на современных линейных ускорителях. Ну и говоря о перспективах, опять же, не могу не сказать, потому что с нами проведем первый этап экспериментального лечения нарушения ритма сердца. Мы изучали, насколько возможно использовать такой эффект, как турбин, для облучения структур, которые способствуют изменению
ритм сердца, в частности, на слюне. И добились неплохого результата. Заключая свой доклад, это извинение за задержку времени, но тем не менее, хотелось бы о многом рассказать. Хотел сказать, что, конечно, данное развитие данной методики невозможно без целой команды. И, безусловно, когда должны быть как бы, физики, инженеры и, прежде всего, врачи, хирурги. И вот я рад представить и вас приглашаю заочно на, к сожалению, виртуальную конференцию, которая состоит через буквально через 2,5 недели, через 3, 18 декабря. Вот все сам стоит той самой команды, которая пока международная команда, но совершенно замечательная. Это и которые дали свое согласие, это и ведущий радиохирург из Марселя Жан Ричи мирового масштаба, это экс-президент общества радиохирургического, что, на мой взгляд, уже почетно будет для медицинского физика и блестящего физика нашего большого друга Яна Падика, и нашего ведущего из одной из самых известных нейрорентгенологов в мире Игоря Пронина, и других наших коллег. Поэтому я вас приглашаю, благодарю всех вас за участие, за внимание. И приглашаю к взаимодействию в дальнейшем. Спасибо вам большое за внимание. Так, спасибо вам за презентацию. А у нас есть один вопрос. Пожалуйста, выключайте презентацию, доктор. Какая ваша тактика при диффузных глиомах большого размера? Ну, во-первых, мы настаиваем на верификации диагноза всегда в этой ситуации. Если есть как бы, общепринятый подход к лечению, который заключается в том, что если это опухоль верифицирована, то у молодых людей до 40 лет при подтвержденному диагнозу доброкачественной диффузной стромы, положим, второй степени злокачественности, то этого наполненного можно ставить под наблюдение. Если мы при этом этому пациенту больше 40 лет, или чаще всего эти больницы страдают, мы говорим про диффузные глиомы больших полушарий, прежде всего говорим, чаще всего. Значит, если пациент страдает припадками и, предположим, то проводится противосудорожной терапии, если мы же увидим, что наша терапия неэффективна, что припадки сохраняются. Или если опухоль будет увеличиваться в размерах, или если появляется участок накопления контраста, или если та или иная другая симптоматика, или опять же мы видим прогрессивную по данным ПЭТ, то тогда мы предлагаем удаление, если оно возможно, если невозможно, или больной отказывается, то проведение стандартного облучения. И мы сам обучили в стандартном режиме фракционирования. Так, спасибо вам. А теперь последние несколько слов от каждого лектора. И начинаем с доктора Диана, пожалуйста. Да, я хотел бы поблагодарить всех за внимание. Действительно, интересные доклады. Мне было очень приятно послушать своих коллег. И то, что и в России, и в Украине все это активно развивается. К сожалению, вирус внес свои коррективы в нашу жизнь сейчас, но и могу сказать за Великобританию, здесь благодаря вирусу методики радиохирургии пошли вверх, они более благосклонно рассматриваются государством, потому что мы не можем себе позволить сейчас длинные фракции из-за коронавируса, и я надеюсь, что это приведет к такому буму в этой индустрии, и мы будем использовать это все больше в ежедневной практике. Спасибо. Спасибо вам. Доктор Константин, пожалуйста. Лекторов и всех участников нашего форума. Я надеюсь, что каждый из вас смог подчеркнуть какую-то для себя важную и необходимую информацию. Резюмирующий все, что здесь было сказано, можно подытожить таким образом, что современное развитие хирургии, нейрохирургии, оно очень тесно связано с развитием других технологий. И на сегодняшний день вопрос стоит не только о мультидисциплинарном подходе к лечению того вида патологии нервной системы, включая
которые необходимо включать мнение неврологов, нейропсихологов, электрофизиологов и многих нейрохирургов, конечно. Но также в эту мультидисциплинарную команду уже невозможно представить дальнейшее развитие без биоинженеров, без физиков. И это дает возможность как бы понимать нам, что несмотря на всю эту глобализацию, которая на сегодняшний день происходит в мире, такой подход мультидисциплинарный, только он может способствовать как бы выживанию и дальнейшему прогрессированию тех технологий и развитию медицины. Ну и в заключение, конечно же, всем желаю вам крепкого здоровья, вам, всем вашим близким. Надеюсь, что все у всех будет хорошо. Спасибо вам. И доктор Андрей, пожалуйста. А еще раз спасибо за приглашение и за инициативу BrainLab, и за вас, за организаторов, за то, что есть возможность выступить, хоть мы сейчас очень ограничены в перемещениях. Так мы хотя бы поддерживаем контакты. Я очень рад видеть своих друзей. И Константина мы очень много лет не видели. Вот благодаря вам мы встретились и можем общаться. И, конечно, интересен опыт наших коллег из Лондона, тем более наших соотечественников из Лондона. Мне очень приятно было увидеть, сейчас знакомиться с тем, что вы делаете, и надеемся, опять же, на продолжение взаимодействия. Но единственное, что мне бы хотелось, наверное, для вот такой некий комментарии к организаторам, чтобы, наверное, с одной стороны, да, я понимаю, действительно, это политематическая конференция, это, наверное, интересно, но, наверное, мы бы, наверное, смогли бы аудиторию даже расширить, если бы вроде бы сузили бы проблему и обсуждали бы с разных сторон какую-то проблему, в частности, онкологическую или сосудистую, или другую, именно функциональную, и именно специалисты данные, которые увлекают той или иной патологией. Потому что вот разговор получился тоже, я еще раз извиняюсь за длительный доклад, я вышел за рамки, но хочется сказать обо всем, поэтому если мы будем более ограничены, мы с вами должны глубже взглянуть на ту или иную проблему и таким образом привлечь к ее решению. Еще раз вам спасибо за внимание и спасибо за инициативу, за данный вебинар. Спасибо вам и большое спасибо всем. В будущем году мы будем проводить эту серию вебинаров, так что, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее. И большое вам спасибо и всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Да, до свидания. Счастливо. Счастливо.